Капитан, ты ищи позицию снаружи, где хочешь, там, в районе это. Ну, чтобы прикрывать риг. Ты метки будешь давать, я буду по ним отрабатывать. Окей. Получается, с севера самые ближайшие противники, да, или что? Запад, вы видишь, подорвались уже с севера. Где-то видели, но я не вижу никого. Никому на крыше стоим. Ты на стройку пришел, что ли, там? Не-не-не. Вижу точно, блять. Где-где? Азимут, прямо север? Да, меня попали. Живи. Руку мне ранил. Хрена себе. Сориентировать можешь? Второй на севере, вот холмик один, и второй холмик один чуть правее. Буквально, блядь, там 150 метров максимум. Хера, понял тебя. Я позицию сменил. Вот сюда вот сейчас поднимусь, на церковь. Там никого нет из наших, ведь меток не стоит? Никак нет. Да, пошел туда, там высоковато. Не, что-то жесткое. Северо-запада качают, пытаются. БМП и танк, во. Да, тут танк у меня северо-восток. Это чей, вражеский, да? Или наш? Да, вражеский. Понял. Блядь, вот вижу, сидит чел зеленый, но каска такая желтоватая. Да. Ты кто вот, интересно, на севере от вас? По сути, там нету союзников вообще. Там есть КСК где-то. Где метки стоят. Их спецназа есть из этих. Фастема у них там на спецназе. Вот тут вижу пехов. Очень сложно понять, кто это. Это враг, все враг. Вот это ты куда-то под...
Что с ним случилось? Ну, я думаю, танк отработал. Может, он там ранний. Ну, про тебя знают, что ты в церкви сидишь. Ну, имеется в виду наши. Они за холмом. Вот моя метка есть, 129-я высота. Вот они с запада от нее проходят. Я понимаю. Я никак не могу вам помочь. Я сам себе не могу помочь. Сдвигаться я уже не буду. Не-не-не, все, сиди. У нас есть, может, КВшка триггера? Проверка КВ. Прием. Это авангард. У нас Вейкер погиб на стройке. Принят. Обновили метки на себя. У вас ДВшка ведь есть? На востоке не замечен был противник, скажите. На востоке нет, на юге и на севере. На севере триггеры близко. Обнови на юге, пожалуйста, метку. Ну, они были... Арчи, уже жили триггеры противник, ну, вот резамка имею в виду. И в триггере тоже был враг, да. Понял, принял. С запада в триггер? Со всех сторон, кроме восточной. Терка не сработали вообще никак. Ни один, ни второй. Тетран. Связь. Да, связь. Сейчас я подумаю. Хорошо, пусть на метку шайтаны пойдут. Да им чем? Что им там делать? У меня в упоре кто-то ходит. Союзники тут есть? Ирашники, на тебя метка ИРА. Понял, понял, понял. Понял. Штурмуем, гранаты закидываем. Сален, трон, выйди, убей. Тебя движение. ГП по вам или по кому ГП? Там наш группа. Странно, если что, в два раньше граната. Хорошо. На связи? Да. На связи. Да. Сейчас спросим. Кто сейчас стреляет? Черт. Не вы, по мне стреляете. Противник к бункеру подошел, нет? Да, да, подошел. Наверняка. Один внутри уже. Нет. Три бункера еще у него. Триггеры.
Сейчас будет БК, отстреливайте, заходите. Флот, вы там живы? Флот жив. Так, мальчиков качнул на 30 секунд. Нам полчаса еще держаться. Нечем танк выбить, вообще нечем. Ставим. Похуй на танк, оставить, выбить танк. Тон-тон, что это? Танк можно выбивать, кажется, уже кто-то есть РПК. Изнутри не надо никому уходить для этого. Попали по нему кто-то. Эрин снаружи, попытаюсь найти РПГ и выбить этого гада. Бэха. Шайтан, скажи там, кого видишь, пускай на кого триггер перейдут. Понял. Хорошо. А то там стальных ударов нет никого. Говорит Шайтан на свой актуальный. И по ДВшке тут нет со мной рядом союзников. Есть какая-то информация, может быть? Без понятия. Нет, Шайтан, вообще информация. Там. Понял. Да, наверное, нет. Они все. Понял. Тут ваши еще бегают, Simple? Да. Понял. Шайтан поставил север смотреть тебя. Мазик, да? Да. Сейчас посмотрю. Глушитель, ты сказал? Ну, СПН, вроде говорят, СПН. Сейчас проверю. Нашел триггер. Противник после триггера. Западная сторона, не стройка. Давайте, парни, я встал, температура 39, так что мы должны выиграть, блядь.
По мне опять скоротка маленького, который вдоль триггера стоит. А это я, прости. А это ты? Да, понял. Парни, сейчас не время этим килить. На союзников тоже потыкай. Если знаешь, где союзники там. Убил того, кто был на севере, противник. Хорошо. Но он там ставил один. Он на отделение ставил, он, по-моему, не один должен быть шайтан. Ну там КО с ДВшкой. Я тебя поздравляю. Хорошее начало карьеры КС. Хорош. Да, даже не пропал, блядь. Врага не показали, дрёна копать даже. Отлично, даже до триггера не пустили. Молодцы, все. А нет, а кто-то лежит у нас там, ручку вытянул. Проходит все-таки один погиб какой-то, этот смелый. Хороший. Это, по-моему, свой. Я его разъебал, потому что он забегал. Похер. Все правильно сделал. Все, парни, все молодцы, всем спасибо. Фу. Все-таки одного своего подцепил, бля. Да, ГНТшник, который там поднимался. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.